Всем привет, уважаемые подписчики. О, так, в тепле посидеть на качелях. Ну, не об этом. Мне хочу сейчас кое-что вам сказать. Вот если честно и правда, правду хочу вам сказать. Мы всем умрем. Просто умрем, блядь. Я не буду терпеть все это дело. Я скажу просто, что мы умрем все. Все. От этого вируса. От этого жестокого вируса. Помрут миллиарды человек. Вот. И то, что сейчас происходит, то, что сейчас в мире происходит, это ужас просто какой-то. Так что, если я умру, не переживайте. Все будет хорошо. Вы избавитесь от инвалида. Его больше не будет, и все. И это я говорю чистую правду. Потому что сейчас в мире уже почти 2 миллиона умерли, зараженных. А через месяцев 3-4 будет уже миллиарды. Вы понимаете? Все, на это конец света. Я сейчас ногу не могу кувать, потому что мне руки замерзли уже. Но это чистая правда. И так терпеть больше не надо. То, что врачи говорят, что все будет хорошо. Ну, своим врачам я доверяю, но мне кажется, что это бесполезно. Все умрут, включая меня. Это будет очень жестокий конец света. Это будет все 100%. Мне очень жалко, что это происходит сейчас. Не огорчайтесь. Если все будет хорошо, значит все будет хорошо. Ну, на лучше не надеяться не стоит уже. Мне очень грустно, что уже много погибло. Вот. Нет, у меня настроение хорошее, потому что я просто знаю всю правду, что будет, что не будет. Вот и все. Да, может быть, мне подумают, что я сумасшедший. Но вы видите, что происходит в США и во всем мире вообще. Это очень опасный вирус. Он всех убьет нас. Просто всех. Мне больше нечего сказать. Я просто пришел рассказать всю правду про вирус. И не надо ставить мне ничего. Я надеюсь, вы понимаете. Так что не переживайте. И всем удачи. И ждите конца своей жизни. Рано и поздно все умрут. Максимум 6 месяцев должно пройти, чтобы умерли все. Вот и все.